Всем привет из Северного Степного Крыма. 12 сентября 2024 год. У нас в Северном Крыму наступила вторая весна, так называемая. Все позеленело. Ну и очередная гроза. С громом, с молниями. И вот такой вот дождик шпарит. Хороший такой. А еще недавно пчелки работали, хорошо работали. Сейчас вон сидят, кукуют. Вон даже некоторые возвращаются еще. Вот. Теперь наша полупустыня превращается в райский оазис. Ну, в общем, как всегда в это время. В общем, как всегда, вода уже стоит. Земля не успевает впитывать. Как-то так. Всем пока.